Так, Киев-Житомирская трасса в направлении столицы. Ночь с 27 на 28 сентября 2017 года. Столкновение фуры DAF и Hyundai Accent. Двое пострадавших, водитель и женщина, пассажир. Женщину госпитализировали. Предварительно говорят, фура придавила автомобиль, который вылетел в отбойник очень жестко. Вот, видим следы касания у борт фуры, и дальше стоит разбитый Hyundai. Да, столкновение произошло практически всем бортом фуры левым. Вызвали. Каждый день у нас дома себе чай пьет. Так, Киев, ночь с 27 на 28 сентября 2017 года, Житомирская трасса в направлении столицы, буквально 10 километр. Здесь произошло сильное столкновение фуры DAF и автомобили Hyundai Accent, столкнулись бортами. Фура протаранила своим левым бортом Hyundai, после чего он очень жестко ушел в отбойник. Двое пострадавших, женщину пассажира госпитализировали, водитель от госпитализации отказался. Сейчас на месте работает полиция и оперативно-следственная группа. Будьте осторожны. Так, на место прибыли спасатели. К счастью, их помощь не потребовалась в данном ДТП.